проблемы с нашей Теслой. Нам приходится отвезти ее на Tesla-сервис. И они будут нам менять какие-то коннекторы на батарею. Это, похоже, очень распространенная проблема, потому что я уже с одним мужичком говорил, у него та же самая проблема была, и они тоже им поменяли. В общем, сейчас мы подъезжаем к Тесле, они нам дадут новую Теслу погонять на несколько дней. Они будут чинить мою. Ебой, ебой. Вот эта вот штучка нам даст новую Теслу покататься. Приехали на Tesla сервис. Надеюсь, что одну из этих нам дадут. PRE 5D, PRE 5D. Yes, boy, yes, boy. I want the PRE 5. Классно. Или P9. Нет, нам должны дать одну из этих машин. Здесь есть PRE 5D, 90D, PRE 5D и еще одна PRE 5D. Любая из PRE 5D, я буду рад взять ее как лоунера. Мы привезли машину на Теслу, они ее приняли, они ее чинят, и вы можете представить мое удивление, когда я узнал, что мы получаем взамен. Это P90D, P90D, это просто дура, это дура машина. То мы будем все выходные кататься на P90D. Собираемся ехать на Hot Springs, это горячие источники или термальные воды. Здесь в Юте Crystal Hot Springs называется. И до этого мы сейчас заедем на Supercharger, подзарядим нашу Tesla Loaner, чтобы мы смогли потом обратно еще добраться. Это вот такой у нас сегодня план. Поехали на зарядку. Автопилот, конечно, очень классная штука. Едешь и отдыхаешь. Можно полюбоваться вокруг, что есть. Машина сама едет. А перестраиваться на автопилоте вот так вот. Щелкаешь поворотник, машина сама перестраивается, и выключаешь поворотник. У нас 15%, время 2:41, и пишет, что нам понадобится около часа 20 минут, чтобы зарядить полностью до 100%. Ну, мы оставим пока что как надоест, так и уедем отсюда. Зарядились,
нас 96%. Время что? 3:56. Едем на Hot Springs. Красота какая, а? Какие горы красивые здесь. Autopilot. И мы поехали. Так, мы попарились на Hot Springs в минеральных водах. Сейчас по маленькому хайвейчику едем вдоль гор. Конечно же, с автопилотом. Что нам мелочиться? Смотрим просто на дома, какие здесь есть. Какой здесь вид красивый. Едем сейчас в In-N-Out. Бургеры кушать. In-N-Out. Много от In-N-Out. Это бургеры, которые готовятся абсолютно свежими. У них свежие котлетки, свежая картошка вон, и вот так ее режут. Вот луком чистит. Лук свежий, все свежее, картошка лежается. У них только 4 бургера разных, но они такие вкусные. То есть где наш номер? Номер 39. Вот так выглядит качественная картофель фри и качественные бургеры. Это просто что-то с чем-то. Еще есть перчики. Сегодня мы ездим по делам. Сейчас едем в строительный магазин. Будем закупать кое-какой материал. Посмотрим, сколько можно материала вместить в Теслу. Вот, мы почти уже тут. Home Depot. Подъехали. Сейчас будем покупать материал. Немного тулсов. Правда, это не Тесла. Мы сейчас собираемся ехать домой, обратно в Портленд, Орегон. И моя Тесла еще не починена. Аж дух захватывает. Присаживайся, паренек, присаживайся, отдыхай здесь. Мне кажется, что это выглядит чуть-чуть неправильно. Какой сюда идет бензин? Куда здесь заливать? Макдональдс изгаляется. На булочках рисуют.